Так, здрасте, здрасте. Наконец-то натащили. Сейчас начнем с вами. Залогинил я тут сейчас под Ubisoft-иком. Вот. Electronic Arts не получилось учетку привязать. Вчера. Буду обращаться к этим самым. Обожаю дрочение от Ubisoft. Это сарказм? Вот. Поэтому с электроникой раз придется разбираться. Что-то у меня не получилось пользоваться. Вот. Не, мне нравятся юбисофтские игры иногда. Некоторые хорошие. Насчет этого ничего сказать не могу, не знаю. Насколько это хорошее. Время покажет. Блин, да, Одиссея была классная, но потом когда-нибудь, может, и вернусь, я в третий раз начинаю заново эту игру не хочу. Это пиздец. Вальгалу потом когда-нибудь, может, будет. Но Вальгала — это викинги, это из Скандинавии, мне это не очень тематика нравится. Поэтому я решил, что надо попробовать вот эту игрульку, пока есть возможность, была возможность, точнее. Скидка на нее была сейчас вот на этой неделе. Так. Да, Ассасин была классная. Посмотрим, насколько эта игра будет интересной. Время покажет. Так, ну что, поехали. Второй день, правда, второй стрим за день, конечно, тяжеловато, но ничего. Так, какая-то, короче, хрень тут продается. Набор оружия продается, вот. Скины у нас, да, скины. Ну, классическая юбисофтовская хрень. Классическая юбисофтовская хрень. Ubisoft Connect. Это что такое? Ледяной. Это ледяной фосфор. Отлично существует для низкой температуры. Отлично не очень, когда нагревается. Зачем это все нужно? Зелье. Набор зелевара. От воздуха я не знаю. Лошадка, доспехи. О, доспехи ассасина. Короче, какие-то вещи на халяву есть. Ну и чё, вот мы нажмем, и чё? И чё произойдёт? Ну, перейди в Ubisoft Connect. Чё? А, мы скачать должны это говно. То есть они всё-таки сделали, да, своё? Они всё-таки сделали лаунчер в консолях свой. И в жопу. В жопу. Не хочу это делать. Так, кредиты. Имеется. Получить код. Интересно. Ну, короче, в магазине в основном скины, я так понимаю.
Ну да, тут прям много всего. А здесь что у нас? А, вот можно купить непосредственно отдельно вещь. Лошадку, меч. А, ну то есть типа отдельно можно купить, я понял. Здесь, наверное, тоже получается отдельно можно покупать. А, ну да. Понятно. Ну, будем иметь в виду. Сразу посмотрели, чтобы, так сказать, это самое. Ну, поехали. У нас русская версия. Приоритет производительность. Можно очень много всего выключать. Это очень классно. Звук. Ну, знаю, звук, наверное, сразу сделаем потише. Давайте сделаем вот так. Вот так. Знаю, что голос, как правило, в этих играх тише существенно. Динамический расхват. Давайте средний сделаем. Так. Уехали. Ничего особо не знаю об этой игре, поэтому будем сейчас узнавать, что как. Так, чтобы задать сложность, выберите нужный вариант. Ну, обычный, что? Мы всегда играем на обычном. Сложность врагов по умолчанию, восстановление только текущее деление, восстановление выносливость по умолчанию, урон от падения по умолчанию, помощь мифических испытаний подсказок, нет, время стандартное. Вы всегда можете изменить уровень сложности. Ну, обычный, короче, берем и не выдерживаемся, как всегда. Если будет тяжело, уменьшим, будет легко, увеличим. Способная попасть из лука в сердце Калибри. Мерзкие лицемеры, все они. Эй ты, я тебя вижу. Подойди ближе. На помощь! Кто-нибудь! Спаси! Это не твоя вина. Ты жертва. Как все смертные. Сотворенные глупцами! Вы отражение в разбитом зеркале! Вот ваши боги! Он распринкликировал бога, что ли? Шестерых невинных детей, лишь бы унять свою ярость. Боги склочные, завистливые, ревнивые. Они обманывают и убивают. Они жестокие, мстительны и эгоистичны. И, подобно Ахиллесовой пите, эти слабости станут тем, что их погубит. Во мне нет изъянов. Все боги пали. Лишь один еще может помешать мне и обновлению Олимпа. Заносчивый, подлый. Глупый, самоуверенный сын Кроноса, что заточил меня под землю. Он и только Зевс! Как же я скучал, Прометей, мой любимый братец. Ты приковал меня к скале и кормил орла моей печенью. Ну я же любя! Нормально. Тебе нужна моя помощь. Тифон на свободе. Ты некогда тоже сражался на стороне титанов. Так убеди его отступить. Не все так просто.
Из-за него мой дар пропал. Я не вижу будущего. Ничего не видно. Ну же, срази меня. Я не могу. Он отнял мои молнии. Он отнял все. Даже все остальные боги исчезли. Присмотрись к смертным. Присмотрелся. Эти злобные, глупые, вульгарные паразиты обращены мною в камень поголовно. А ведь какой-то злобный паразит вскоре спасет твой божественный зад. Согласен. Я по уши в навозе из авгиевых конюшен. Но смертные всегда были и будут ошибкой. Тогда, может, поспорим? Если я прав, то кража огня и моя помощь людям – благо, а не проступки. Наказание кажется тебе несправедливым? Я от него подустал. Так ты согласен? Если прав ты, никаких больше орлов, я тебя освобожу. Но если прав я, ты поможешь мне остановить Тифона любой ценой. Ну что ж, пусть история Феникс станет мне искуплением! О нет, опять твои россказни! Долго еще ты будешь? Все началось в море. Корабль воинов возвращался домой с победой. Но в пути их застигла налетевшая буря. Море вздымало валы, злобно пенились волны. Граница меж небом и морем исчезла. Огромные волны одна за другой падали в пропасть, глубокую, как сам Тартар. О, какие яркие образы! Еще бы. Суть в том, что корабль был обречен. Рассветное солнце касалось лучами выживших. Среди них юное создание, мечтающее о битвах, но не видевшее ни одной. Эй, хочешь сказать? Так, у нас... Это я не понял. У нас как бы... Волосы как... А почему борода? Бородой. Так она девочка или мальчик? Я не понимаю. Буря! Это сон! Мне надо проснуться! Буря! Это сон! Мне надо проснуться! А, то есть мы выбираем мальчика или девочка. Но вообще никаких при этом признаков нет у нас никаких, да? А, нет, вот мы выбираем тушку. Ну, а пускай будет тянка. По умолчанию тянка, пускай будет тянка. Будет тянка. Лицо что легко типа... представить. Фига себе. Как у птицы. А что-то есть разница, да? Пусть будет вот это, наверное, не знаю. Так, волосы. Водопад на утесах Санторини. Ну, пускай будет вот такой. Такая прическа. Это что у нас такое? Понятно. Ладно, нам это все не нужно. Брови. Как эго нарцисса. Как живот Тантала. Не, ну короче, мы оставляем стандартный, понятно, все тут не особо это самое много всего. Ну короче, пускай такая будет. Бульмейный человек, похоже. Так. Буря! Это сон! Мне надо проснуться! Ну, в принципе, ничего, а мужика какой? Это сон. Мне надо проснуться. Нет, слишком слащаво. Пускай будет баба, ладно. Вон,
Я ее ясно вижу. Средь воинов юное создание, мечтающее о битвах, но не... То есть я не хотел сказать, что здесь главный герой... А, ну в принципе в Ассасин тоже главный герой звучит. Кстати, Кассандр 2С была прикольная, мне нравилась. Кассандр 2С. Может, как-нибудь вернемся. Звучит так, будто глупая птица загорелась и вопит. Это просто смехотворно. Хотя, надо бы записать. Феникс проснулась на незнакомом берегу. Это у них Зевс какой-то старпер, причитающий, типа меня. Надо было попробовать сделать на Зину похожий. Я не подумал. Ну ладно. А переделать нельзя? Ой. Нельзя. Ой. Хера себе, есть карта есть. Ну ничего так, ничего так. Ой, быстро сохранение как в Ассасине, понятненько. Наряжение. Не, походу переделать ее уже не получится. Ну, значит, будет рыжий. Можно было реально похоже на Зину ее сделать, что-то я не подумал. Вы в тему. Может, потом будет какая-нибудь функция менять персонажа. Можно заново начать, ну да ладно, хер с ним, как будет рыжий. Фига себе, камера как далеко. Ну, кстати, действительно 60 FPS. Ничего себе. Вот бы в Ассасинчика, конечно, в 60 FPS поиграть. Ну, было бы классно. И сию. А чё так далеко камера? Может, поближе как-то можно сделать, не? Чё-то, ну, прям далеко. Может, потом поближе ставить. Это что, автобег, что ли? О, нет. Тут не получается поближе сделать. Кнопки тыкву какие. О, а нельзя поближе сделать? Что-то, ну, что-то типа далековато. Экран. О, целится из лука, мощный удар, слабый удар, панель способностей, меню персонажа, навигация, зелье, атаки, здоровье, зелье, выносливость, зелье, защиты, парирование, блять, такое же, как в этой самой, ебаный в рот, взаимодействовать, пригнуться, прыгать, увернуться. А можно как-то вот... А, тоже можно поменять, да? Тоже как... Ну, слушайте, я прям как в Ассасина играю. Так. Мне бы перекат бы на другую кнопку бы. А чё спринт ему не нравится? Подожди, а чё ей спринт не нравится? Нам нужно вот так сделать. Во.
захватить цель можно. Рывок Афины. Ладно, короче, ничего трогать не будем. Тогда нахер пускай будет так, как есть. Потому что я ёбнусь. Тут очень много всего. Пускай как есть, так и будет. Пускай будет курок на X, ладно. Привыкнем. Тут одуреешь. Просто хотелось бы поменять просто местами. Можно было бы поменять X и B. Полностью поменять местами. И приблизить как камеру тоже непонятно. Там, кстати, не было. Не, ну можно, конечно, везде, где мы видим B, поменять на X. То есть вот здесь поставить X. А везде, где X, поставить B. Ну, вообще, в принципе, можно. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Что-то, по-моему, у нас не получилось немножко, да? А. Я что-то не так сделал, да? X. 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 B. 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 X. X. О, поменяли. Полностью поменяли. Заебись. Во. Классно. Так, стрелы, действия, целится, устройство вида, ввода, раскладка кнопок. Здесь можно поставить другую раскладку кнопок. А нет, я думал, не Вася. Можно сделать интерфейс, как на PlayStation, типа. Автодвижение. Позволяет включать автоперемещение двойным нажатием кнопки вперед. Нихуя себе. Жесть. Фоторежим. Следование камеры. Помощь прицеливания. Голосовая обратная связь. Добавление дополнительный визуальный эффект для действий мифических станет головоломки. Ну, а, головоломки обратно себе, господи, ебать, я уже читать разучился. О, субтитры для головоломок. О, да, подсказки, да, 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 связанные подсказки, заебись. Огненные чаши продолжают гореть. Ну, ладно, короче, вот эти подсказки включим, это самое главное. Тяжело. Ладно. И хорошо. Короче, нельзя камеру поближе сделать. Непонятно почему. Да мне идти. Лезть. А, серьезно? Ты тоже здесь умеешь лазить куда угодно? А-а-а, заебущий Геншин Импакт начался опять. Слушай, а мы не залезем. Тогда, наверное, на столб сначала залезть. Вверх А. В смысле, вверх А. Подождите. Вниз. Вверх она не лезет, вверх. Не прыгает. Рано, зачем написано вверх А? Так, и чё? А, нам туда надо было. Фак. Я не туда попал. Так, а full damage? Есть немножко. Ну, немножко. Хотя в этой самой тоже был full damage, но разбиться было нельзя при этом.
Феникс увидела Лохага и братьев по оружию. Из-за игры света казалось, что они машут ей и зовут к себе. Феникс, ну же! Ты, конечно, не твой брат Легерон, но хоть чему-то я тебя научу. Держи щит и на сей раз не роняй. А, я тебя не видел. Да не слушай ты их, это просто зависть. Не у каждого есть такой брат, как у тебя. Да тоже, короче, брат у нас, понятно, все, везде одно и то же. Лохак, ты не слышишь меня? Ты застыл. Что за колдовство? Легерон, где же ты, брат мой? Феникс была безоружна, беззащитна. Так, ладно, успокойся. Вспомни все, чему тебя учили. Ориентироваться в пространстве. А, компас, ну да, окей. Блин, почему та камера далеко? А, вот тебе встал. Медь брата! О, нет! А чё нет-то? Всё хорошо. А мы его свистнем. Всегда был моим героем, моей звездой. Я верну тебя, клянусь. А вот здесь ты пизды в итоге дадим, интересно, вообще нет? Ну за то, что он... Феникс никогда раньше не держал этот священный меч, подарок Ахилла за храбрость в битве. Он лежал в руке, как плитой, словно был для этого создан. Меч Ахилла? Видно, брат Феникс был хорош в бою. Что-то не так с твоим голосом? У меня вот нет меча. Так, к слову. Феникс подняла взгляд. Рядом был враг. Боги! Назад! Феникс приготовился ну да, к первой точно. Битве. Уже дал пизды Кратос. Мы, кстати, давали пизды. Было дело. Третий год Уорта мы проходили с вами на стриме. И Феникс наконец пригодились. На нахуй. Блин, почему камера так далеко? Я не хочу, чтобы камера так далеко была. Оттуда я, наверное, смогу осмотреться. Блин, может зажать как-то кнопку можно, я не знаю. Это что такое? Способности. О, нифига себе. Так, а почитать? Так, это комбо. Носящий урон, восстанавливающий доп шкалы выносливости за удар, завершающий комбо с трех ударов, наносит основной урон. Меч из урон с комбо мечом переполнен шкалой здоровья. А ну где-то вот отображается у нас бонус этого меча. Урон от комбо мечом переполнен шкалой здоровья. Ну да, восстанавливает отдел шкалы здоровья при идеальном вороте. Отделение шкалы здоровья, наверное, отделение. То есть тут мечи прокачивать можно. Интересно. Интересно. Что-то я вот только не совсем понял, как это работает. Здесь очень странная система меню. Так. Стелс. Прыгните, чтобы добраться до нужного места. Или врага удерживайте, чтобы прыгнуть выше и дальше. Да, и посмотреть причем нельзя, к сожалению, затененные эти самые. Воздушная комбо из двух ударов. Наносящая урон, завершающий круг. А тут что, можно типа качать, да? Ключик горит, но у нас нету поинта. Смысл, зачем качать, если непонятно вообще.
Уклониться от удара врага можно выполнить не более 3 ворот подряд. Идеальный ворот замедляет время и останавливает от дополнительной шкалы выносливости. Не более 3 воротов подряд. Пройдите критикальный барьер, чтобы предметы начать лезть. При этом понемногу расходится выносливость. Так. Отражайте удары идеальным парированием. Отражать удары планировать можно в воздухе. Нихуя себе, в воздухе можно парировать, лол. Выбирайте личных хитов, сказать на двигателе, перемещайтесь под водой, чтобы народ, ну блин, нахер. Изменить. Угу. Ладно. А, ну броня у нас, да, вот броня есть. Это, видимо, пресеты, да? Да, это пресеты. Их как-то можно будет, наверное, менять потом. Выносливость. Угу. Блин, да как камеру-то поближе сделать? Меня напрягает, что камера так далеко. Почему камера так далеко? Так, игра. Чё? Оперативные действия, модуль взаимодействия. Чё вообще? Нету! Камеры. Далеко камера, неудобно. Почему так далеко? ЛБ, ну понятно, все ясно. Странно, конечно, очень странно они сделали. А как бегать? Может, тогда вроде спринт была кнопка. Б, по-моему, да, мы сделали? Прыгать по скалам пока не умеет наш персонаж. Кто ее построил? Перед лицом трудностей одна юная героиня была полна решимости. Да, отстой, что пока, во всяком случае, прыгать не можем по стенам. Сколько? Пропустим эту часть? Нет, я создаю нужное настроение. Если у вас мало выносливости, съешьте синий гриб. Прикольно. Даже варить ничего не надо, сразу можно съесть. Что-то графика такая пососная в 60 FPS. Жесть. Как бы даже непонятно, почему она на моем компе так хуево работала. Ну не говори другим о нашей встрече. Дома мне доставалось, ведь я любила рассказывать истории, а не пахать землю. Так, куда мне лезть? Да, они в историях ничего не смыслят. Вот мы сейчас вот сюда залезем. Надеюсь. О. Блин, очень хреново, что нельзя прыгать по скалам. Хватало мне, блядь, конечно, лазение в Геншине. И здесь еще лазить будем. В Геншине даже графика вам получше. Ну ладно. Амброзия. Что это? Хуй знает. Чтобы увеличить максимальный запас здоровья Феникса, найдите амброзию, можно исследовать Золотой остров. Фениксы до амброзии добралась? Прометей! Боишься, Зевс, что проиграешь наш спор? Ха! Ей это все равно не впрок. Пока. Вышки, что ли? Вышки. Был шаг навстречу своей судьбе. Тифон с каждым часом все сильнее,
а ты разглагольствуешь о смертной, сразившейся лишь в одном бою. Не дразни меня, Прометей! Клянусь, эта воительница — наше спасение. Если она не справится и Тифон победит, о Зевс, мир погрузится во тьму. Это храм Аполлона. Если там есть оракул, он поможет мне снять проклятие. А, Грифон? Но их не бывает! Отпусти! Эй, я спасу тебя! Угу. Чем? Я сейчас! Нужно как-то добраться до разлома. То есть у нас типа как в зелье, да? А что сейчас горело обнаружить? А поставить метку можно. А что это такое вообще? Нет, во, обнаружить. Амброзия. Ага. Это в какой-то было игре. В Ассасине в каком-то это было, да? Как раз в Одиссее, может? Или нет? Не помню. Где-то, короче, что-то похожее было. Еще вроде. Ну давай. Ну нажмись. Не нажимается. Созвездий. Не везде, короче, хватает расстояния. Ну чё она так хуё работает-то, алё? Сундук. Подземелье Тартара. Сундук. Это как-то. Я ж не помню, как там было. Так, непомеченное. Вот еще. Короче, метка там, где загорается. Малая лира. Амброзия. Ну тут что-то вообще пипец, сколько всего. Я, конечно, понимаю, что мне все делать не надо, но лучше сразу понартыркаем. Сразу пооткрываем то, что, ну, типа, видно. Ну да, я тоже что-то уже не особо помню. Там что-то тоже надо было находить. Я не помню. Орлом, да, что там надо было находить, тоже помечать. Ну давай, ну чё, ну куда ты, ну куда? Ладно. И чё? Быстрое перемещение. Ладно, и куда теперь? Как же мне слезть? О, пруд! Да? Где пруд? Где ты видишь пруд? Вот это пруд? Угу.
Обычно за водопад мне штучок. Феникс чувствовала тяжесть меча Легерона. То был груз ее ответственности. Ты отдал свой меч ему? О, Ахилл. Послушай, а почему ты думаешь, что Ахилл должен был отдать меч тебе? Как подношение. Просто подношение от того, кто глядел в твои глаза и говорил, что ты особенный. Вот и все. Я положил розу на его нагрудник. А что-то в глаз попало. Продолжай. Так, и чё? А куда мне идти вообще? Выясните, что за странное свечение на островке. А, дебилу, слава богу, помещается. Хорошо. Лошадки здесь, походу, не будет, я так понимаю. В ассасинчике была лошадка, и это было очень круто. Там, где смертная плоть обернулась холодным мрамором, Гранат торжествовал, утверждая силу жизни. Больно поэтично для того, чем просто нужно утолить жажду. Разве не это цель поэзии? Кто это сделал? Прометей, хватит уже этих смертных соплей. Давай ближе к делу. Ладно. Вот это уже дело. Чел. Ну-ка, давайте парировать попробуем. А что за синяя полосочка, интересно? Один металл богов, оставленный слугами Тифона, словно тянуло к Феникс. Он будто хотел превратиться в нечто большее. Здорово, пацаны. А у меня силовые атаки еще, лол. А почему говорили, что боевка душная в игре? Нормальная боевка, такая же как в Ассасине. Игра вообще в принципе мультяшный Ассасин. Все просто взяли, перерисовали график. Ну плыви, что теперь делаешь? Это что такое? Типа намек на то, что надо нырнуть? О, да. Ну, вот это ништяк, вот это удобно. Налоги. Ну, графика, конечно, слабовата, достаточно слабовата, конечно. То есть, так, прям, юбики что-то немножечко. О, Владик, ничего себе, здрасте, тысячу лет тебя не было, я думал, ты уже ушел давно. У нас обычно молодые не задерживаются. Как жизнь, дела? Чё почём? Феникс подошла к топору. Казалось, тот звал её. Неужто топор Аталанты? Наверное, подделка. Впрочем... Но прежде чем Феникс смогла его взять, топор затянула в бездну какая-то сила. Бездна затянула топор. Кто стучится в мою дверь? Кто? Думаешь, сможешь меня обмануть? Заходите в гости к нам, кричат циклопы морякам. О, гардинсы докачались. Может, на выходных с Джоли поиграем, кстати. У меня дела нормально, вот в Фениксов играем. У тебя что, как жизнь вообще, что почем? Как есть мечом? Когда пропадал? Может быть, с Джоли как-нибудь поиграем в ближайшее время, не знаю, во время, если будет. Тупо вторая смена? Ну вечерами тогда приходи, да. Вечерами тогда тебе только получится смотреть. Так, одолейте таинственное, осмотрите таинственное.
Блин, а чё мне как мне туда? Ой. А, прыгнул. Вот. Феникс и конец пришел. В целом, неплохая история. Признаться, порой рассказ казался затянутым, однако финал и правда хорош. Но ты проиграл мне. Пришла пора сразиться с Тифоном. Шутливые шутейки у нас пошли. Это еще не финал. Изобретатель попыток. Зевс. В общем, игра типа юморная, понятно. Путь в бездну. Началась Зельда. Прикольно то, что когда игру рассылали журналистам, у них было требование, что когда журналисты делали обзор, превью, этой игры, они не имели права упоминать Зельду. То есть там было соглашение сказано, что запрещено упоминать Зельду. Вообще, в принципе, ее упоминать. Это так прикольно было. И там приходилось людям говорить, ну, вы знаете сами, на что похожа игра. И вот это вот очень тоже похоже на ту игру, которую нельзя называть. Было так прикольно. Этих объектов понатыкали, ни хрена не понятно зачем. Блин, ну то, что 60 FPS, конечно, существенно, прям. Балдеж. Храбрость это или глупость? Посмотрим, сможешь ты пройти мое испытание или падешь. Так, подождите. А, ну то есть мы должны успеть, да? А, это просто светильник. А. Платформы... Ой, слушайте, это подсказка для дебилов. Это классно, слушайте. Я думал, что за подсказку я включил? Платформа движется. Блин, ну классно. Классно. Технология. Так вот не видно, что платформа. Она как это самое, как этот попыталась открыть. Блять, как этого мудак? Кратос. Она как Кратос попыталась открыть сундук. Прикольно. Не, вот такие темы я люблю, когда в играх идут отсылки постоянные. Это реально прикольно. Это действительно прикольно. Нет. По ним рукой памперсы. Феникс сразу заметила, что из них будто вырвали несколько частей. Их кто-то сделал. Как они работают? И работают ли? Двойной прыжок. О-о-о-о, ничего себе. Этого даже Геншини нет. Все, игра лучше Геншина. Двойной прыжок есть, да? Да? Так, а какую кнопку планировать? Нет, что планировать кнопки? Нету пока, походу, кнопки планировать у нас. Я тыкую ту, и ты этого нету, походу, пока. Топор Аталанты. Стремительной и смертоносной героини, павшей от руки Тифона. А я не превращал ее в львицу. Ты часто даешь людям новые обличья. Нужно бросать пить. Теперь ты пойдешь, дитя. А, то есть у нас на этой кнопке
у нас меч, а на этой кнопке топор. Понял. Синяя полоска, я так понимаю, полоска стана, наверное, да? Да, синяя полоска, полоска стана. Чтобы запомнить, что он живет, вы порежете его удары топором. Оглушенные враги некоторое время не могут что-то там, наверное, атаковать не могут. Понятно, появилась полоска стана. То есть... Ну, пока комбы у нас нету особой, да. А парировать мы можем только мечом. Топором парировать нельзя. Ладно, это что такое? Одна из моих молний. Да, Тифон тщательно спрятал их. Вот и все. Феникс станет пеплом. Лишь я могу обуздать молнию. Неужели? Копия молнии Зевса? Быть не может. Сейчас тебя ебанет. Слишком много мощи. Что? Что со мной такое? Прощай, смертная. И внезапно все прекратилось. Нет! Крылья поглотили молнию. Они созданы для полетов в грозу. Это невозможно! И все же это лишь начало. О! Ринувшись в самую бездну Тартара, Феникс осталась в живых и вернулась с победой. Ну-ну. Где незнакомец, за которым я гналась? Ты за Грифоном вообще догналась? Ей нужны были крылья, чтобы пересечь мост и все выяснить. Я не стал бы брать этот мусор. Кто знает, где он валялся? Феникс не раз рассказывала легенды об изобретателе по имени Дедал и о сотворенных им крыльях. Она подумала, что кто-то мог воссоздать их. Точно мусор. О, а вдруг... Так, а что, у нас новых обилок нету, да? О, у нас что-то появилось новое. Комбо из двух ударов наносят, бла-бла-бла. Так, это что такое? Воздушно комбо двух ударов. Это что такое? Бегать быстрее при использовании немножко расходится на сносности. Б, удерживать. Угу. Так, двойной прыжок. Причем оно как-то само прокачивается у нас. Так. Поворот. Угу. Ничего больше не изменилось. Ну ладно. Дары богов. Так а то, что нам молнию дали, нам ничего вообще же, да? То есть, ну дали молнию типа и дать, да? Типа, как бы, ну дали норм, молнию и дали, что теперь бухтеть, что ли? Он проклят. Так, бег. Действительно, бег работает. Но надо держать кнопку. Блин, это хреново, что надо бежать, держать кнопку, ну ладно. Так, нам туда. Теперь понятно, что лошади не будет. Тогда, в принципе, лошадь не нужна. А плыть ты быстрее можешь? Не, плыть она быстрее не может. Лопасти нету. А может мы туда фаст-тревелиться можем? Ну, теоретически.
Можно сохраниться. Так. Мифическое испытание скорость. А пока по сюжету пойдем, то что пролог явно надо пройти. Блин, опять плыть. Вылези. Вылези из воды. Блин, ну что-то плавать в игре много прям приходится, реально много. Если просто нажать... А, я так и думал. Что-то я не понял. Что-то я не въехал. Как это работает? А, то есть если зажать, то юзается вот это. Если нажать быстро, то юзается вот это. Все, понял. Ну, удобно, удобно. Блин, нам бы еще вот прыгать бы, вот, блядь. По стене было бы, если можно. Вот, было вообще хорошо. О, грибочки. Грибочку можно до хера с собой таскать, удобно. Так, что-нибудь сверху есть? Епикаей! Классно, можно прыгать на этом самом, на бегу. Я иду к тебе! Держись! Пчела-пчел. Чудовищ Тартара своими любимыми мифами. Тартар, я такой, это титан, да? То есть, видимо, был какой-то такой титан. Ведь титаны же в итоге свергли богов Олимпа. Вроде бы как. Пацаны. Добрый день. Домой просто. Испытание скорости провалено. Еще раз. И чё? Монета Харона. Странная монета. Собирать монет Харона, чтобы получать дары богов. Тифон и навыки Феникс. Чтобы получить монет Харона, можно отправить физические испытания. Ну у нас типа как бы нечего, да, прокачать, я так понимаю. Где монеты у нас есть, но... А, плюсик это типа топор бафает, то что у нас топор ее бафает, вот что плюс. Не то что прокачать можно еще, а то что топор бафает эту вилку. Ну окей, ладно. А что такое? Угу. Ладно. Так, а что соперся-то вообще? Так, надо почаще смотреть на эту карту. Значит, 45, 45.
80. Давайте, значит, тогда наверх, походу, надо. Вот в Геншине мне было мало лазенья, а? Что ж у них у всех фетиш-то такой на лазенье? Кошмар какой-то. Может, потом все-таки будет какая-то билка, которая нам поможет быстрее лазить. Так, здесь лежать должно еще что-то. Вот здесь. То, что мы пометили. Бля, ну хватит уже тупить. Ага. Охуительно. Ну, типа сундук, но он закрыт. Шикарно. Опаньки. Что это за свет? Может, подкрасться к ней? Пес пошел. Наручи, как на рисунках. Не может быть. Нет, может. Геракл, сильнейший из смертных, убийца чудовищ, в этих наручах бросал вызов Гере и совершал невозможное, а теперь их нашла Феникс. Просто повезло. Нормально. И вот Феникс, одолев в бою Горгону, напавшую на Геракла. Ты нарочно так делаешь? В смысле, голосом? Перемещать тяжелые объекты зависит от того, с чего они сделаны. Как положено рассказывать о героях. А, вот тут нифига себе, стурил целый. Где он, правда, непонятно находится в итоге, если его искать самого. Вот менюшка, наверное, главный. А, вот действительно объект. Не могу. Не напоминай. О, боги! Кажется, я и скалу смогу поднять. Ебать. Эх, сдвинул бы кто-нибудь мою скалу. Аид, вы двое! Не стыдно? Так, следуйте к острову. Ну, а вроде сейчас подберем и пойдем. Тут все выжжено, прям апокалипсис какой-то. Как будто был. Здорово, чел. Короче, их станет бессмысленно. Не знаю, боевка такая же, как в Ассасине. То есть я бы не сказал, что прям дурацкий, не дурацкий, такая же точно вообще. Что, в принципе, для меня норм, потому что меня Ассасин вполне устраивал. И боевка там была отличная. Ну, залезай, залезай на нее, давай. Заставь нажмите А, чтобы оттолкнуться от стены. А. А-а-а. О, ничего себе. Вот это технологии. Ладно, хер с тобой. Хочешь залезать на нее, не залезай. Я хотел просто осмотреться.
Еще там вроде 340, нифига себе. А, ну тут то, что мы уже помечали. Ладно, ясно. А что это за ЛБ? Y. А что это такое? Я что-то не понял, а что это за... Во. Я что-то такое. Всякий объект, который можно бросить, нажав Y. Удерживайте РТ, чтобы нанести больше урона и эффективнее оглушить врага. При использовании расходится выносливость. А. Рядом типа с камешком что-то каким-то. Ладно. О, вот так. А, ничего себе. Ну ладно. Не, неплохо. О, только дай. Вау, козел. Ебать, он меня сейчас чуть не ухерачил. Так, а можем мне еще что-нибудь метнуть? Блин, что ты сделала, женщина? Не-не, чел. Да я тут я. Если ты не в курсах. ДПС у нас не так, чтобы сильно хороший был. Но я думаю, добить его мы сможем. Есть контакт. Хоть он жесткий. Сосать ты бы. Чучелка и бучелка. Не, вот прикольная, кстати, тема вот эта вот. Мне нравится. Только вот это хрен его знает, что такое и как это открывать. То есть зря мы его убивали. Хотя вот кнопочка. Ну и чё? Может, надо что-то тяжелое поставить? А у нас камни закончились. Во. А, ну да. Блин. Положить. Вот куда ты положил? А, ну нет, правильно положил. Так, нам надо еще два. Давайте искать камни. Блин, куда ты его? Господи, женщина. Хочется посмотреть, что будет, когда нажмем полностью. Так. Ну где-нибудь камень-то еще один, ну. Их тут до хера было. Не-не-не. Потом с тобой, подожди, поиграем. Блин, тут камней до хера было. Где все? Блять, ну вот что за хуйня? Это что такое? А что оно светится? Опа. И золотой инвентарь. Собирать золотой инвентарь, чтобы улучшать эффекты зелий.
Прикольно. Но только мы не сможем с вами найти еще, походу, один камень. То есть мы что, деревья рубить прям можем, что ни хрена себе. А, во! Дерево можно туда притащить. Заебись. Это даже лучше. И что мы сделали? А. Бля. А не, вот тут вот, вот это можно главное еще взять. Пуди. Гордыня одноглазого великана. Снова какую-то хрень нашли. Так, у нас шкала здоровья. Дополнительное время оглушения. Загадушек? Ну там вообще не было загадок, да. Это же совсем другого типа игра. Это больше Breath of the Wild клон. Поэтому здесь загадок будет дохуя. Защита против уникальных врагов. Счетчик комбо при попадании по уникальным врагам. Но нам это не нужно. Кстати, здесь нет понятия защита, армор, атака, заметьте, ничего этого нет. То есть тут, походу, нет такого вообще. Вот. То есть тут, походу, нету понятия индекс атаки. А, нет, урон 20. А, нет, вот есть защита, блядь, нет. Окей, хорошо. Странно, а почему она не отображается тогда здесь? А, вот так можно сделать, нифига себе, удобно. А тут... А наручи мы куда поставили с вами? Что-то я не понял. А вот сюда что втыкается тогда? Шлем, меч, топор? А, да, наверное, шлем, меч, топор. То есть все, что здесь есть, это нагрудник, шлем, меч, топор. Ясно. А, еще лук может быть. А вот сюда, скорее всего, вот сюда лук, скорее всего, будет. Сюда шлем. Да, скорее всего, так. Окей. Ну, на халяву что, нашли, нормально. Так, там у нас ничего интересного. Там у нас какая-то нота. Ну, тут надо, конечно, конкретно правильно сидеть в этой самой. Блин, чувак, вот и чё? Не, ну Феникса мы, наверное, стригерили напрасно. У нас лука-то нет. Как мы без лука будем убивать Феникса? Закидывать его всяким говном? А, ну, кстати, вообще... Не, мне кажется, нужен лук. Можно, конечно, попробовать парировать. Ну, вообще, в принципе, ладно. Давайте Перри его убьем. Ох, ну ты прям пропесочен, пацан. Ты прям нарвался вообще. Сосато бы. Блин, надо чуть-чуть поменьше яркость сделать. Слепит. Немножечко. Буквально чуть-чуть. А, тут чуть-чуть нельзя? Лол. А, нет, можно. Нет, нельзя. Ну да, ничего не меняется. Ну мы сделаем вот так. Но типа она останется на 50. Но типа она чуть поменьше. Может быть она все-таки чуть темнее станет.
Немножко слепит картинка, конечно. То ли я вот не знаю, как... Она засвеченная, к сожалению. Давайте, ладно, немножко тогда хорошо от наделения убавим. Да, с ракет. Контрастность навряд ли поможет. Ну хотя контрастность здесь тоже немножко прибавить. Ну-ка, как оно станет? Ну вот так получше. Ну хотя контрастность, наверное, не стоило трогать. Да, контрастность, наверное, не стоит трогать. Да. Так. В чем-то перс. А, тут нота будет сверху. Ну, турин, да, не может. Так. Где тут нота? Даже музыка, слышите? А, о. Знаете, мелодия малых лир, сыграть их на большой лире, найденной в той же области, чтобы пройти это мифическое испытание. Чё, блядь? Тин-тун-тин. Так. А где мы должны найти большую в той же области? В Лиру видели вообще здесь, нет? Пиздец. И где я должен большую найти? Я вообще не представляю, где большую найти. В той же области. Чё вообще, кого? Вот это, по-моему, перебор немножко. Где тут вообще еще одна эта самая? Может вот это вот? Давайте попробуем. Подожди, а тут вот нарисован. А, нет, дальше. Ничего не понимаю. А, но под... Ёперный театр, я думал, она это самая. Так, вон пещера. Я думал, она в воду нырнет. Эта дурында не нырнула. У гранаты жрать будем. А, их надо жрать по одному и ждать, пока подлоска потом сама докачается. То есть надо гранат сажал, подождал. Ясно, что максимально эффективно. Ну ныряй, что теперь? Что-то там есть. Ну, нарисовано было, что что-то есть. О, нет. И пока. Ну да, тут что-то типа есть, но... Сейчас пока... Ну-ка, так, вот сюда. Это что такое? Так, сюда нужно еще одну эту самую. А туда надо плыть. Ну ладно, поплыли. Хрена не видно. Может сюда заплыть можно? А можно. Плывешь здесь? Плывешь. Молодец.
Поле смертных ворота. Так, все. А, вот и, короче, большая арфа. Блядь, я ничего не понимаю. Чё? Ну, большой арфе в той же области. Какая, блядь, арфа в той же области? Что, блядь? Я не понимаю, что от меня хочет эта игра. Вот этот, я тупой, наверное, я не понимаю. Какая большая, где вообще большую арфу видели? Я не видел никакой большой арф. Но я не буду это все запоминать, нахуй мне надо. Там была одна, тут другая. Это ж ёбнешься просто запоминать это. Чё-то нихера непонятно куда идти. Ладно, короче, сундук открыли, то хорошо. Да мы вообще идем туда. Ну вот туда и идем, короче, тогда ладно, все. Я заблудился уже. Как же херово, что она прыгать не может, а? Может, жена... Да не, наверное, было бы тогда где-нибудь написано, что типа есть журнал. А журнала никакого не было. Типа просто, видимо, запоминать надо. Есть карта, снаряжение, сохраниться можно, способности, обучение, настройки, авторы, хранение на сервере. Не, я даже эту лиру не находил, эту, я вообще не понимаю, о чем речь. Так. А, можно прыгать, смягчая падение, то есть можно падать начать и потом прыжок делать и это самое. То есть я думал, это можно только это самое, но нет, можно это самое. Неудобно. Гранат много дают, кстати. Все сломано, все выжжено. Так, куда мы шли? Блин, у меня выключили эту самую. Мистер Хрюкола? Ой. Не, ну в целом концепция прикольная. Мы вот играем за рыжего и станем теперь. И здесь тоже и система стана. То есть, в принципе, достаточно прикольная тема. Потому что в подавляющем большинстве таких игр силовая атака вообще нахуй не нужна абсолютно. Вот. Потому что, ну типа, как бы обычно можно затыкать. То здесь силовая более-менее действительно важна. Это очень удобно. Обнаружен сундук. Обнаружена малая лира. Опять малая лира. Большую-то мы когда-нибудь обнаружим? Ну, пойдемте сундук возьмем, ладно. Там мы, конечно, не туда идем, куда надо, но ничего. Стелс. Не, стелс, короче, тут такой себе.
Ну, экспа какая-то нам идет, кстати. Надо вообще почаще камушки подбирать и станете их камушком, я что-то забываю. Дар богов, которого у вас нет. Чтобы пройти этот мифический храм, требуется дар богов, которого у вас нет. А сундук? Мы тут где-то находили сундук. А, он там будет внутри. Печалька? Да, картинка только засвеченная. Вот они в ЕСМ делают такие засвеченные картинки. Было бы получше. Непонятно, почему у них она такая получилась засвеченная. Что в зелье засвеченная картинка, что здесь. Блять, он стамину возвращает вообще пиздец ни о чем. Просто в этот гранат вообще лол. Если грипп этот. Надо нормально зелье потом сварить. Это, возможно, будет одна из немногих игр, в которых я даже зельями буду пользоваться, просто потому что их охуенно удобно здесь использовать. То есть тебе не надо на какие-то там хутки их отдельные вешать, что-то там искать, что-то там. Они вот они на крестовине нажал, крестовину, у тебя зелье, все. То есть вот это прям охеренно удобно. Потому что меня лично сильно заебывает все время. Вот под каждое зелье менять потом слотик, что-нибудь, как в этом самом Dark Souls тоже, да, там все время меняешь, что-то там переназначаешь. Напрягает. Так, а где у нас сюжет? А сюжет у нас там. А там у нас сундук. Ладно, давайте сплаваем. За сундуком. Такая, что такое? Листик. Что листик? Стой, куда ты? Блять, дура, клади. Ты куда ты его, блин? Да клади. Ну, короче, опять нам нужно где-то что-то искать. А, во. Там потом еще туда нырнуть надо будет. Так, и чё? Я спасу тебя! Клянусь! А, это мы по сюжету идем. Ой, бля, опять. Ага, опять этот данж. Данжи тут головоломочные будут, походу, преимущественно. Как в Зельде. Так, что-то я не понял. Вместо того, чтобы пойти в храм Аполлона и поговорить с Оракулом, Феникс гоняется за незнакомцем. Феникс доброй душой стремилась помочь таинственному незнакомцу. Но не забывала и о том, что теперь храм Аполлона, а значит спасение от проклятия ее брата и друзей-воинов, были совсем близко. Ну тут все понятно, О, да. Что... Напомни мне, чтобы я так про свои промахи рассказывал. Мы не можем поднимать так, но можем двигать. Убил свою первую жену, превратив ее в муху и проглотив. Что? Да куда? Что случилось с Митей? Блядь, я не понимаю. Блядь, я не понимаю, как это работает. Ты дура, что ли? Ты можешь, блядь, к себе его, а не куда-нибудь в ебеня его оттопыривать потом. Шизанутая. Ну, средненький. Без годов проходится, да. Но подумать придется. Ну, хорошие загадки в зелье были, хорошие. Блин. А зачем нам еще один ящик? А что вот эта хуйня делает? А, ящик возвращает туда. Ой. Блин. Она, короче, ёбнутая. Так, и чё? Вот чё такое интересного? Что? Чекпоинт? О, добудьте лук. Оказывается, за луком идём. Игра нас полирнула. Давайте попробуем вот сюда положить, что будет. Ничего не будет. Значит, это чекпоинт. Так. Бля, объект появился для дебилов. Так классно вообще, подсказочки.
Так, а можем мы, интересно, вот ультра классно сделать вот так вот? Можем. Я не знаю, мы могли бы, в принципе, и подойти, не так, чтобы сильно сложно это было, но... Бля, не получилось. Ну ладно, так и быть, подойду. Ой, блядь. Ладно, хорошо, и чё будет? И чё будет? Да, хорошо, ну, ладно, и чё? А, ну да, это чекпоинт. И нас чуть-чуть хп лишает. Хорошо. А, кстати, сундуки остаются там, где они есть. В смысле, ящик. Ну давай. Ну пока, конечно, все примитивно, просто нас учат механикам и инструментариям. Здесь знак Итаки. Одиссей. Это Артемида, наверное, что, да? Одиссея? А почему не Артемида? Чтобы овладеть такой мощью, одной скорости мало. Нужно еще и умение. Кто ты такой? Покажись! Он не может, он наказан, дома сидит. Стрелы Аполлона. 6 стрел. Быстрый выстрел. Ой. Так, усиленный выстрел удерживать, стрела Аполлона удерживать. Так, а в чем суть стрелы Аполлона? О, ничего себе. Ясненько. Прикольно. Поньку? Нет? Так. Я не понял. А вот. Так, ладно. Цели легко поразить, но вот попасть в третью, для этого уже нужно быть искусным лучником. И думать забудь. Дети нынче меняют игры, как наручи. Никакой концентрации. Вон, Бога, для которого неделя уже длительные отношения. Ща. Блять, ой, бля, ой. Тут проще, короче, отпустить, ладно. То есть у нас все еще 6. А, они восстанавливаются со временем, да? А, то есть они восстанавливаются. Понял. Так, это я попадал. Вот в это надо попасть. У тебя твердая рука, дитя. Может, ты и выживешь. Так, а вот это что такое? О, прикольно. Знак God of War, Омега. А чё? Надо как-то туда что-то это самое. Ну-ка. Больно. Как-то туда надо это самое. Ну-ка. А, вот. Опа. 360 IQ. Чё, и всё? Охуеть, тут, конечно, лута. Так, понятненько. Ну, данжи тут достаточно прикольные. Пока, во всяком случае, не душные. В Зельде иногда бывали душноватые, конечно. Так. Тоже какой-то значок у нас здесь, да? Не? Ладно.
А, ну тут вот так. Я угадал? Ага, хуй там пла... А, мы поймать должны. Ебать, ничего себе. Лови, блядь. Так, а может сначала нажать? Не. Блин, а что-то она не ловит. А, чуть-чуть остается. Ладно, окей, небольшой остается. Короче, я думал, надо большой поймать. Причем количество груза, которое надо на кнопку положить, по ходу определяется рисунком. Перышко достаточно любого груза. На ковальне нужно было 4 тяжелых груза. То есть... Тоже заморочились люди. О, еще. А, ну мы в конце каждого видим. Донжа будем получать электричество. А потом дадим пизды Зевсу. Получив ловкость Ахилла, быстроту Аталанты, смекалку Одиссея и силу Геракла, Феникс была готова ко всему, что могло ожидать ее в будущем. И все? Это все, что у нее было? Ха! Удачи! Я здесь нырнуть надо было. Оракул уже близко. Желание спасти брата и друзей укрепляло решимость Феникса. Янтарь. Да, да, да. Господи, ты что, дура, что ли? Блядь, сейчас она утонет. Так. Ну, мелодия тут, конечно, такое себе. Интересно, на карте, вот на мини-карте показываются ништяки только, которые я отметил в свое время, или вообще все показываются? Вот тоже интересный момент. Наверное, все. А, ну это та, которую можно ходить. Да. Где большая лира, при этом я не знаю. Ладно, поймем сюжетов. Пропустим сейчас. Нам наверняка дадут сейчас крылья, скоро уже летать будем. Планировать. Феникс увидела, как приспешники Тифона загнали незнакомца в угол. Героиню ждал тяжелый бой. О, надеюсь, незнакомца убьют. Нету тут? О, есть. На нахуй просто. Стоп, а. Блин, что-то вот это непонятно немножечко. Нам дополнительные комбо-удары нужны, конечно. Ну чё, придурок, добегался? Уже всё! Ну, выходи! Нет, спасибо! Тебе нечего бояться! Если бы я хотела тебе навредить, уже 100 раз успела бы проткнуть мечом. А, это этот придурок. Ну, в этой тоже был. Феникс. Он там полуголый вечно ходил, ее трахнуть собирался. Редкое имя. Забыл, спасибо, как его звали. Помощь, Феникс. Какая прелесть. Спасибо. Я направляюсь в храм Аполлона. К оракулу. И я. А, о,
Вон в той стороне. Чудно. Мне пригодится любая помощь, если мы вместе... Эй, куда ты делся? Наручи! Грязный воришка! Я спасла тебя! Все, камушки больше не подвигаем. Я тебя понимаю. Ой, дропы. Малыш, ты готов для... Дропы пошли. О, Твич. Ты живи, ты че, Твич? Да, что-то Твич, походу, приупал. О, отписывается народ от канала. Прикольно. И у меня все упало нахер. Там идет у вас вообще еще этот самый трем. А то у меня типа вообще все упало, типа. Лол, у меня свежий стрим не работает. Да, значит, все упало. Не выдержал сервер. Так, ну-ка. Да. Что-то все лагает. Походу заканчивать придется на сегодня. Причем не совсем понятно, почему. Ну, он что-то намертво упал с сервер, да. Роскомпозор Google блокирует опять. Да Google тут причем, это же Twitch. Это тоже Twitch. Не, может быть опять, да, они происки наших рукастеньких. Может быть происки наших рукастеньких. Но походу все, сервер не оживет. Ну ладно, тогда, наверное, сегодня закончим. Будем считать это прологом. Будем считать, что это был пролог. В принципе, задача была посидеть, поиграть, вникнуть немножечко, чё как. Все, они тебя предают. Сохранимся. Ну, у нас она будет, эта игра, висеть в Quick Resume. Так, удерживать. Быстро сделать. Выставлено. Странно, а где тут про выстрел Ахиллеса? А, вот он, выстрел Ахиллеса. Ясненько. Ну, даров богов здесь не так, чтобы сильно много, но они есть, и это прикольно. Не, пока вообще нойс, игра вообще такая, то есть она, ну, такая аркадка приятная, то есть прям... Но сервер говорит все, сосато бы, говорит сервер. Увы.
А значит, на этом мы сегодня заканчиваем. Можно сохранить, кстати говоря, наверное, отдельно еще, да? Да, вот создать новое сохранение. Еще и сохранить на сервере. Сохранить на сервере. Оно вручную само делается время от времени. Прикольно. Забавно. Так, ну ладно. Пускай висит в Quick Resume. Благо умеет. Освободим даже вот это. Блин, очень удобно, конечно, вещь Quick Resume, что не надо каждый раз, блядь, сидеть, смотреть вот эти заставки базовые. Офигенная вещь, конечно. Просто охеренная вещь. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. Если там еще более-менее идет что-то. Не, красный кубик у меня, к сожалению. Красный кубик. Это говорит о том, что все плохо. Это говорит о том, что она максимально нестабильная, всратая. Поэтому на сегодня что-то будет. Ну и плюс я подустал. Два стрима в день тяжело. Вот, тем более, что здесь много вникать, учиться. То есть задача была посмотреть, вникнуть. Вот, то есть как бы, чтобы потом уже сесть и спокойно играть. То есть залить на ютубчик. Вот, выглядит неплохо. Единственное, конечно, графика достаточно такая средненькая и засвеченная палитра. Вот, палитра засвеченная, это плохо, потому что сейчас просто будет лучше видно, потому что черный экран, то есть на черном экране меньше битрейт, и поэтому он будет нормально показывать. Но если я сейчас включу игру, то опять упадет все нахер, потому что движущаяся картинка, она не выводит сейчас что-то с серверами Twitch'а или коннектом. Вот. Игра в целом прикольная. То есть, интересно, они так объединили Ассасина и Зельду. Прям, блядь. Но так как мне, в принципе, Зельда норм была и Ассасин, как бы, Ассасин мне вообще понравился, поэтому, как бы, в принципе, надеюсь, она будет не такая дрочная, как Ассасин. Вот. И, в принципе, как бы, довольно-таки прикольно. Учитывая, что от Геншина я реально подустал. А это, в принципе, такой аналог. Но менее мудрёный, менее дрочный, надеюсь, тоже будет. Вот. Ну, а там посмотрим. Чё как. Всё. Спасибо всем, кто смотрел записи. Приходите на прямые трансляции. По игре ещё продолжится стрим. И, наверное, ещё один стрим я потом даже по стриму нормально выложу тоже на ютубчик. А потом уже продолжим играть под музыку, когда базовая музыка уже совсем надоест. И когда игра станет уже больше такой... типа просто посидеть, позалипать. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. До будущих побед, друзья. Спокойной ночи. О, опять красный кубик. Опять все упало.